дамы и господа, у нас сегодня такая весьма интересная, такая спецвыпуск программы по чесноку. Я не знаю, видели, не видели на Ювижене эту акцию, но я думаю, надо полагать, видели. Если вдруг кто не помнит, это была акция «Остров сокровищ». Ее проводила торговая марка «Пуш». Ну, по моим ощущениям, достаточно интересный проект, потому что он, я заходил туда, смотрел, меня приятно удивил тот творческий подход, который народ проявил при, если я не ошибаюсь, там условия были, что нужно было с банкой там фотографироваться, нужно было с банкой снимать ролик, и вот в той части, где снимали ролик, там вообще жесть какая-то была полная, потому что вот где-то порядка 10 роликов, их можно было смело там вирусную рекламу куда-то запускать. Мне запомнился очень сильно, девочка танцевала с банкой, прям это просто. Потом какой-то чувачело стоял с гитарой, играл вот в этом, на улице, ну типа там, ему деньги кидали, а потом ему пуш начали ставить, и он начал там отжигать прям. И еще там какой-то террористы снимали, когда какой-то там чувак там под столом, а эти типа в масках, ну, в общем, прикольно. Мы, кстати, от лица торговой марки «Пуш» мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в этом конкурсе. Почему? Потому что конкурс был такой достаточно смелый, да, то есть в Казнете такого конкурса, наверное, ни разу не было. То есть, а вот и у нас сейчас в студии народ, который получил призы, мы, наверное, сразу, чтобы не, потом не забыть, мы, наверное, сразу сейчас наградим победителя. Вот главный приз. Мы почему это еще снимаем, чтобы все видели, что это все по правде. Вот все видят, что ребята это не подсадные, потому что они сейчас перепуганные такие, да, то есть подсадные так не сыграют. Победителя зовут Дархан. Дархан, да, вот тоже Рене выговариваете, молодец. Есть второй iPad, давайте ему еще дадим iPhone. Вот, Дархан, мы от лица торговой марки «Пуш» вас торжественно награждаем вот этим замечательным iPad'ом. Поздравляю вас. И, ну, слушайте, вы на... Он же длился достаточно долго, да? То есть вы на какой неделе выиграли? Я не знаю, я 12 мая выиграл. 12 мая до где-то 10 мая где-то. Я просто зашел, посмотрел Касторку, а там реклама стояла, думал, давай посмотрю, все равно долго. Да, да, вы через Касторку, да, получается, узнали, ага. И потом узнал, и еще, оказывается, еще последний день завтра был, и я другу позвонил, чтобы завтра встретились, чтобы успели до 7 вечера, чтобы фотки загрузить. Ага. И так случилось, что мы сфоткались. И вот с первой попытки у нас все фотки удалились, потом обратно пуш выпились, обратно пошли, другую попытку купили, обратно сфоткались. И как ждали, где-то 2 часа начали загружать, и не загружалось, не загружалось, стояли, так и не загрузилось. А потом послезавтра увидели, что пуш еще продлили до первого. Да, да, да. И вот тогда еще фотки все загрузились, все хорошо стало. И потом, то есть, начали... вы в тотале сколько фотографий загрузили с товарищем со своим? Я загрузил свою фотку с друзьями, потом еще ВКонтакте. Это вы... была, это на стикере. Получается, на своей фотографии это одна банка, да, с друзьями там пяток надо, да, банок купить. Это, да, вы, грубо говоря, потратили где-то... Ну, 10 бутылок банок. 10 бутылок, да, да, вот это? Таких. 10 банок. Ну, бутылочки. Ну и что, и вот, и когда увидели, что... Вы стали это, потратив тысячу тенге, вы нажили $1500, то есть... Ну, как-то первый раз, когда вот фотки все удалились, огорчились, думал, все уже. А потом вообще, когда фотки не загружались, это вообще так огорчились. А не загружались, почему? В смысле, сами там притормаживали? Нет, не сами, просто фотки вот загружали, ожидание просто стояло, и все, да, просто, да, ничего не было. Угу. И мы думали, что случилось, ничего, просто... Ну, пока поставили. У вас, наверное, интернет просто медленный был. Вот. Не знаю. Ну, не, ну, поверьте, то есть это вы это. Ну, неважно. И когда вот увидели, что все, вот, выиграли, тогда что было? Ну, вообще никогда еще не передам. Никогда еще не выиграл призы такие. Все равно еще. Приз такой, все равно еще этот. А вы как с другом
по очереди будете им пользоваться или... Ну, не знаю. Вы его, наверное, отожмете, да? А вы с Алматы, получается? Я с Каскелена. С Каскелена, да? Ну, вот, как бы, вот чистый фаерплей, да, потому что вот многие говорят, а, алматинцы там больше выигрывают. Ну, это как бы неправда, потому что в конкурсе было 3000, да, победителей, если я не ошибаюсь. То есть вот 3000 людей... Банку ящика выиграл. Да, там по ящику пуша точно, да, как бы выиграли. И там география по регионам, там, по-моему, вот Алмата, она в процентном соотношении, да не так и много выиграла. Ну вот. Окей, вы у нас, вас как зовут? Антон. Антон. Ну, слушай, а ты через, как узнал? Я через Касторку также. Через Касторку? Это вся касторковская банда, да? Нет? Вы не с Касторки? Совсем нет. Вы откуда узнали? От себя. Как себя? Вы организатор конкурса? Нет, нет, нет. Я просто участвовал в конкурсе ранее и узнал это из группы ВКонтакте. Вы в Wallpapers, да, участвовали? Да. Это вы как бы из контакта зашли, да, получается? А вот такой вопрос. А сколько вы играли по времени? То есть акция длилась где-то полтора месяца, да? Я, наверное, начал играть в самом конце конкурса, когда он уже заканчивался и все. В начале конкурса вообще не играл. Это потом, когда на 10? Да, когда на 10 увеличили ячейки, то есть их стало много, уже проще. А до этого все ячейки истратили, и все. Ничего не выиграли. Вы учитесь или... Я закончил в этом году. Что закончили? Казахстан Сабыртаевский технический университет. Сейчас работать пойдете куда-то? Ну... Ну вот, с айпадом нормально. Пришел такой сотрудник, да? Солидно. Поработать. Ну, народ, могу что сказать. Мы, собственно, снимаем это на видео, да, чтобы все видели, да, что это не какие-то там виртуальные люди, да, что все живые, вот они. То есть мы вас еще поздравляем. Вот, я думаю, что Пуш, скорее всего, будет и дальше проводить подобные мероприятия как бы в сети. Вам желаю удачи. Ну, походу и так мастёвые, я вижу, то есть это же надо было, как не iPad, так вон по две флешки. Вот, вы теперь компьютеризированы, а вы учитесь? Да, учусь. А где? Алматинский колледж управления рынка. Ух ты, серьёзно? Что потом делать-то будешь? Чем-нибудь. Чуть поуч. В конкурсах буду участвовать. Ну нормально, да, у тебя хорошо получается. Вот. А этим нетбук как вообще? Ты уже получил нетбук? Да. Когда так? Ну еще. Ну, конкурс закончился 1 июня. Да. Где-то через неделю. Через неделю, да, выдали ноутбук. Да. Нормально. Тоже $400, да, где-то он стоит. Где-то так, наверное. Молодец. А вы учитесь, да? Работаю. Работаете? Где работаете? В основном как фрилансер, то есть все, что связано с IT, с веб-разработкой, вот такой вот. А, то есть вы человек сети, да, у нас, да, то есть это вы плотно, постоянно там присутствуете. Да, 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 поэтому все и стараюсь ловить. Ну, таких много тоже, да. А вы чего делаете? Я учусь в политехе. В политехе, да. Студент? Да. Первый, а специальность курс. Какая? Вычислительная техника. Ну, понятно. Ну, в общем, айтишники порезвились. Вот один управленец у нас затесался. Вычислительная техника. А, вот, тоже вычислительная. В общем... Финансист. Не, ну, то есть, этот конкурс, мы вообще, когда его запускали, мы примерно так и думали, что в нем, скорее всего, будут выигрывать, да, такие уже нормальные юзеры сети, да, то есть, которые уже с интернетом, скажем так, дружат, потому что, ну, ну опять же, вот, вы вот случайно, да, по-моему, туда вывалились каким-то боком. Ну что же, ребят, еще раз мы вас поздравляем, ожидайте следующих акций, чего там, вот, пользуйтесь подарками, давайте, чтобы у вас все хорошо было.